давай расскажем, как мы не попали в акватику сегодня. Нет, давай тогда интернет забьем, чтобы я тебя не отвлекал. Подожди, у меня же здесь этот. Ну давай. Как так рассказывай, типа, как мы не попали? Ну давай, давай, забивай, я потом это вырежу. Купили билетик. Ну, остановись, забивай. Сзади никого нет. Саша купила билеты по интернету. Короче говоря, мы посмотрели, сколько стоят билеты в акватику. Стоят они... Да. И больше. Да, и больше. Хотели вот. Сэкономить. И хотели сэкономить. И я пошла на Грэглист. У нас есть в Америке так, есть скажи, такой сайт. Скажи, чтобы нам привезли два билета. Ну, мы встретились. Подожди, так вот я говорю, я пошла на Грэглист. Посмотрела, продаются ли такие билеты. А что такое Грэглист? Грэглист это сайт, где все продается. Так оно будет вот эта штука теперь орать. А мы можем без звука ее сделать? Конечно, мы можем. Давай без звука ее сделаем. Она не будет орать сейчас. Мы. А что же, саунд нет, что ли, саунда? Да есть, елки. А, во-во-во-во-во-во. Господи, что же я смотрю на вал, ими не слышу. И не... Мьют. Окей, все. Поехали. Домой. View map. Вот домой. Вот он. Что, 24 мили, что ли? Да. Ни черта себе. Что, это много, что ли? По сравнению со 100 с лишним, я думаю, вообще не ничего. Ну, а я тебе так что приколю. Короче говоря, продолжаем рассказ. Я пошла на Грэглист. В Америке здесь есть сайт Грэглист, где все продают. Продают все, что хотите, что вам надо купить. Идите на Грэглист и покупайте все по дешевке. И я решила купить по дешевке билеты в SeaWorld, в акватику. Это акватика, это парк водный от SeaWorld. Аквапарк. Аквапарк, водный парк, да. Нет, всего. От SeaWorld он. А, да. От всего. Я думала, от всего. Короче говоря, смотрю, там написано, продаю два билета по $20. Годный до ноября 2016 года. Я написала, я по телефону, я послала сообщение, мне нужны билеты. Или я позвонила ему сначала. Он говорит, да, у меня есть два билета, говорит, по $20, то есть $40 два билета. А если покупать, то вообще стоит $189 три билета. Ну, если с таксами, совсем, в общем, $190 почти стоит. И думаю, ну, два билета куплю по 20, и третий билет так купим, все равно будет дешевле. Ну и встретились мы сегодня с этим парнем. Он привез нам билеты. Саша, рассказывай дальше. Привез билеты. Ну, ничего, мы отдали. Он не объяснил тебе, как нужно проходить, что нельзя говорить. А может, Наташа не спросила просто? Может, Наташа. Может, я не спросила, да. По концовке мы ехали и чувствовали, что нас что-то поджидает. Когда мы купили паркинг, заплатили за паркинг, женщина посмотрела эти билеты, начала их сканировать и говорит, что-то ничего не показывает по этим билетам, говорит. Вы туда, говорит, проедете. Паркинг, да. Вы, говорит, когда туда проедете, говорит, дайте в Ghost Relation, и вам, говорит, дадут нормальные билеты, говорит. И, может быть, она уже тогда поняла, что такие. Она меня послала в этот Ghost Relation, да я не знаю. Но ведь не все же билеты. Вот. Короче говоря, мы подходим, и там такая тетенька старенькая говорит, а вы говорит, такая, здравствуйте, здравствуйте. Я билеты эти держу, говорю, вот эти билеты у нас. Она говорит, вы идите сразу туда, говорит, в гейт, и, ну, говорит, это уже готовые билеты. А я, дурочка, говорю. Ну нам надо посмотреть, хорошие ли это билеты, говорю, потому что мы купили их, говорю. Мы купили. Она говорит, у кого купили? У незнакомца. А я говорю, ну да, говорю, я не знаю, но продали нам. Она билеты взяла у нас и говорит, пойдемте со мной. И отдает там, где Guest Relations, отдает им билеты, о, говорит, в окошечко и говорит им. Вот два билета, говорят, что у кого-то купили, надо проверить, хорошие ли они. И убежала. Ну и все, они сцапали билеты, то нам и не отдали, сказали. Вы не имели права никого покупать, никто не имел права вам продавать. Но если бы мы сказали, что это наш родственник нам подарил, мы бы прошли по этим. Нет, все равно. Они сказали, что они над трансом. То есть, если бы мы сразу пошли в гейт, нас бы пропустили, никто бы не спросил. Но так как мы пришли и сказали, что это не наши билеты, то они их сцапали. И, короче говоря, не отдали. Но мы же все равно могли по ним пройти. А мы могли по ним, если бы мы туда не зашли. Конечно. Конечно. Я просто и говорю. Вот. Ну, короче говоря, я дурочка пошла и говорю им, можете вы посмотреть, хорошие ли это билеты, так как я их купила только что там у кого, непонятно у кого.
и они, короче, эти билеты сцапали и не отдали. Мы, конечно, возмущались. А концовка, мы попали на деньги. Короче, за $14 мы отдали за парковку. И 40 баксов. $40 отстали на 2 билета. И, в общем-то, я сначала хотела купить 3 билета в этом. И когда мне вывернули счет $189, мы решили ехать в парк. Я офигела. И вот я хочу просто всех предупредить, если вы там покупаете какие-то билеты где-то с сайта в какие-то вот эти парки, theme parks, не подходите, не говорите, что вы просто их купили. Может быть, это все знают, кроме меня, так как я их никогда нигде не покупала. И я пошла, по-честному сказала, что я у кого-то их купила. И они раз, говорят, мы вам их больше не отдадим. Я говорю, то есть, если бы я сейчас пошла вот по этим билетам, говорю, туда, я бы, значит, прошла. Она говорит, вы по ним уже не пройдете, мы вам их не отдадим. Общем, и поставила нам... Дала мне бумажку, и там написано, конфисковано 2 билета, телефон шерифа полицейского, и написано, я жертва обмана, и, в общем-то, обращаться вот по этому телефону. Я лошок. Меня развели на $40. Короче говоря, парню я, конечно, написала, говорю, ты должен хотя бы меня был предупредить, что мне нельзя что-то говорить, а что можно говорить. Говорю, потому что, ну, в принципе, вот он мог нарваться на такую, которая пошла бы к шерифу и сказала, вот меня обманули. И у меня телефон этого парня есть, просто мы не стукачи, так скажем. Мы по понятиям, да, живешь? Да. А вот, ну, вот так вот с вами произошло сегодня, как бы лоханулась я. Хоть ты бы, главное, ты... признала, что ты лоханулась. Да, лоханулась. Надо было сразу идти по этим билетам и все. И надо было их пропустить по двум билетам, потом покупать нормальный билет. А по концовке нас закусали мошки из-за тебя. Да, потом пошли в парк. Нас закусали мошки. Видите, я не знаю, если видно, вся я как мухобор сижу. А потом в конце я упала на лестницу. Но камеру спасаем. Короче говоря, что-то избитая, сегодня искусанная и я оборована. Но все равно в парк мы пойдем. Мы достанем другим способом билеты. Через колючку полезем. Да, вот так вот неприятно. У меня, конечно, давление поднялось. Я так расстроилась сначала. Голова прошла у тебя? Да, голова прошла. Ну и хорошо. Но меня прям вот колотило, трясло, понимаете? Ну, сейчас же отпустила. Так было неприятно. Сейчас я мы раньше здесь вот жили. Себе. Это апартменты, да? Да. У нас был таунхоум здесь. Сейбл Пойнт. Бассейн был, да? Да, там было хорошо. Вот так нечто. Сколько в месяц платили за него? 1200. Тогда цены что-то были очень высокие, кстати. Мы арендовали что-то очень дорого все. Ну а дом ты снимала? Да, сейчас удешевле. Дом мы снимали за 1700 в месяц. Какой? А помнишь такой в Давенпорте я прислала тебе с бассейном? Нет, вот где вот рядом с Орландо. Да. Ну, да. А, 900. Ну, так это ж не было недорого. Ну, нормально было, да. Да, мы сегодня с Сашей продумали сценарий. Как мы будем делать видео в парке? Там же в парке такие есть горки. Вот так встаешь, тебя закрывает стеклом, делаешь руки вот так и вниз падаешь. Я говорю, Саша, первый раз я тебя сниму, как ты падаешь вниз. Второй раз я тебе на голову одеваю эту камеру. Ты не раскрывай, все. И ты будешь в трубу. А третий раз я тебя буду уже внизу ждать. Не надо раньше времени загадывать. Вот. Сценарий не удался. Сценарий не удался. Вот придете, уже зайдете сюда, тогда и будете сценарий. Да. Мне было обидно, как ребенку просто. Вот. Мы что-то и пили совсем. То есть, так, нам опять надо сейчас. Ты хочешь это как его? Сразу же зарашивай его. Ты, кстати, не пьешь теперь по 2 литра воды, да? Полтора, вот такую я пью каждый день. Ты заставляешь себя не, пить? Нет, я целый день вот так пью. Нет, ты заставляешь себя или ты хочешь пить? Не то, что я хочу, но я пью. Ну и зря. Сейчас тебе врачи скажут, зря.
Я не знаю, как зря, не зря, но я себя лучше чувствую, когда больше пью. Когда больше ешь. Нет. Вот так вот. Вон, смотри, такая сидит. Она из фильма из какого-то похожа, видишь? Ну-ка, проедь перед Леонидом. Уби Голдберг? Да. Это какая? Это фильм «Привидение», да. Когда, помните, счет миллион долларов, не насколько. Ты сразу же поняла, да? Да. На какую-то актрису похожа, на какую еще там? Ну, я забыл, как ее зовут. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Досадно, обидно. Мы же сказали, что завтра дальше будем смотреть сводки. Хватит. Мы решили, что все... Что не делается, все к лучшему. Да, я говорю, надо посмотреть завтра в новостях. Может, что-то случилось в акватике, а мы не попали. И мы будем говорить, какая это женщина хорошая, которая отняла у нас билеты. Ну, это ты, если ты... Такое не надо говорить. Но сначала мы про это не надо, наоборот. Сначала же мы ее ругали всяко, а потом мы будем говорить, какая она милая женщина. Лет 25, уже такая нормальная. Ищут пожарные, ищут милиция. Как там, как помнишь стихотворение-то? Парня какого-то лет 20. Что тут, пробежник? А мы так и не посмотрели стихотворение, ты мне сказали, которое... Вот, ну, давай. Сейчас дома посмотрим. А, посмотри какое-то сейчас. Стихотворение, они мне говорят, посмотрите вы сейчас тоже. Какое-то... Подожди, я сейчас им расскажу, ну, пусть они надо, поищут. Не а надо, чего? Не надо. Зачем? Почему? Там... Хорошее стихотворение. Я же не буду ему рассказывать, они сами посмотрят. Ты все равно не расскажешь, как ты расскажешь? Так я и не буду. О чем поэтому оно? Все и посмотрят. Я тебе говорю, лучше сейчас включи на хорошее стих. Нецензурной брани. Там нет нецензурной брани. Ну, мальчик маленький рассказывал, ему можно, а нам нельзя. Сейчас мы найдем и включим вам. Не, мы не будем включать. Просто маленький мальчик рассказывает стихотворение какое-то коротенькое. Ну а как будут искать? Что там, съедят гусей? Нет. Посрут всю хату, сожрут гусей. Ну вот, посмотрите по словам. Не знаю. Папа, милый папа, приезжай скорей. А что там, гости что ли к ним приехали? О чем? Гость. Гость, да. Гость, а что за гость? Мамин любовник. А мальчик не понимал, что ли? Нет. Мальчик папе писал письмо, что гость приехал. Короче, кто найдет, посмотрите. Там что-то мама, папа, милый папа, приезжай скорей. Обосрут всю хату, сожрут гусей. Это всего две строчки за два стихотворения. Ну да. По этим строчкам можно найти стих. Так а он-то где? Он это дома! Это... Что, он это стихотворение дома? Мы тебе покажем, и ты все поймешь. Да. Кому? Он на камеру кому-то это стихотворение ну, читал? Не знаю, это может просто как прикол какой-то, но мы тебе покажем, а ты послушай. Сейчас-то вот. Сейчас у тебя телефон же занят. Занят? Нет. Давай. Давай сейчас пока. Выключим. Ну что, послушали мы стихотворение? Все сожрут гусей. А вот это Макс, который делал. Ну, нет, лучше вот другой. А вот эти двое. А кто же я такой? Не знаю. А это не знаю, что такое. Это какой-то этот... Леонардо Ди Каприо, товарищи. Но другая, это не очень интересно. А ты все попробовала? И это тоже я. Вы меня узнали? Я себя не узнаю. А наши смеются. Е-е-е. Капает. А маска, смотри. Это вообще как-то ты прям...
это обезьяня, это вообще ужас. А это хорошенькая? Не, мне другая больше нравится. А это смотри. Дискотека. Ой, как страшно, это смотри, Таш. Ты даже на себя не... Шапочки панды. Смотри, это Гарри Поттер. Смотри, глаза какие. Писай в глаза, все божья роса. Ты чума. О! Смотри, даже пузырьки. А это что за программа такая? Смотри, Кончита, Кончита. 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 Вот такая вот я, Кончита. Это что за программа такая? Маскарад. Обезьян. Надо, кстати, это как... Ой, какой страшный, смотри. Старое лицо. Слушаешь? Это через камеру только или нет? Да, через айфон. Смотри, Сталин. Похож. Ой, какие. Ну что, мы сейчас к дому едем сначала, да?